Осторожно, высокое напружение. Специалисты энергонагляду попереживают, что нельзя покидать детей без уваги. И нагадывают, все лето у Гомельской области несчастный выпадок отбылся с навученцем одной из мясовых школ. И он вырашил сделать селфи на высоковольтной опоре, якая была под напружением у 10 киловольт. Хлопец загинул на месте. На предприятии энергонагляд нагадывают, что за порушение правил охоты электрических сеток погрожает штраф и навод криминальная отказность. Воздушные линии, опоры или воздушные линии являются источником повышенной опасности. Залезать на них категорически запрещается. Тем более приближаться к проводам на недопустимое расстояние. Поэтому обращаю внимание всем родителям, чтобы еще раз напомнили своим детям, что категорически запрещается гулять вдоль воздушных линий, около воздушных линий, опор линий передач, тем более залазить на них.